Ульяновской области состоялся ежегодный традиционный фестиваль еды и музыки «Бульвар». На площадке собрались тысячи неравнодушных ульяновцев для того, чтобы вкусно покушать, насладиться красивой музыкой и пообщаться. В этом году организаторами Open Air стали Центр развития социальных, культурных и научных проектов «Артфест», Региональное министерство молодежного развития и Дом молодых при поддержке губернатора Ульяновской области. Фестиваль входит в топ-50 лучших событий 2022 года по версии Национального календаря событий России. Центральное место на бульваре заняла живая авторская музыка. Во-первых, в этом году фестиваль «Бульвар» проходит впервые 2 дня. Это для нас большой эксперимент. Решение было принято, потому что огромное количество музыкальных заявок на участие в фестивале, и мы могли раньше принять только 16-18 коллективов. В этом году их 32, и это большая обширная программа. Более 80% – это группы из других регионов. Огромное количество из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Самары, из Саратова. Гастрономическая часть фестиваля за год выросла в 2 раза. Чтобы удивить ульяновцев и гостей региона кулинарными изысками, в Ульяновск съехались рестораторы со всей России. Одну из площадок фестиваля в этом году посвятили живописи. Для светского художника Сергея Филиппова формат стрит-арта или уличной выставки стал дебютным. Постарался подобрать картины, с одной стороны, про Ульяновск, с другой стороны, которые соответствуют духу сегодняшнего мероприятия. Впечатления самые положительные, хорошая погода, много народу, много интересующихся искусством людей. Подходят, задают вопросы, фотографируются с картиной на память. Это очень приятно, и мне очень тут нравится. На Ульяновский бульвар прибыл губернатор Алексей Русских. Глава региона осмотрел площадки фестиваля, послушал музыку и пообщался с ульяновцами. Руководитель области высоко оценил результат, который удалось достичь организаторам, создав масштабный праздник для горожан. Гости также остались довольны фестивалем. Для посетителей бульвара работали зоны отдыха, территория для пикника и красочные фотолокации. За 2 дня по бульвару прогулялись около 30 тысяч человек. Каждый нашел для себя здесь занятие по душе, провел время с пользой и удовольствием. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.